Большинство обладателей смартфонов и планшетов используют операционную систему Android, что делает ее желанной для всех разработчиков приложений, которые ежедневно добавляют в Play Market массу собственных продуктов. Мы решили помочь вам найти лучшее из этого водоворота предложений и создали очередной рейтинг 10 самых лучших приложений для Android 2016 и начала 2017 года. Tunnel Radio. Tunnel Radio является отличной программой для прослушивания интернет-радио. В этом приложении вам предложат просто огромный выбор различной музыки, каких угодно жанров и под любое настроение. Имеется встроенный поиск по странам, исполнителю, жанру, стилю, ведущему или вашему местоположению. Фотосканер от Google. Фотосканер – это умное приложение от Google для оцифровки старых фото. Отличительной особенностью приложения является лежащая в его основе технология машинного обучения, способствующая более качественному захвату изображения. Для этого приложение требует запечатлеть снимок с нескольких ракурсов, а затем автоматически обрабатывает фрагменты и совмещает их в единую картинку. Табата – интервальные тренировки. Система Tabata была разработана японцем Изуми Табатой, который в 1990-х годах проводил научное исследование в поисках самой оптимальной длительности тренировок. Приложение Tabata интервальные тренировки поможет вам с легкостью заниматься по этой системе. В нем вы найдете не только специальный таймер, но и полный комплекс упражнений, необходимых для прокачки различных частей вашего тела. Edward Up. Edward Up – это твой реальный шанс заработать реальные деньги, используя свой Android-гаджет. Кроме того, ты сможешь одним из первых скачать самые свежие приложения и игры для Android. Чтобы начать свой заработок на Android, нужно выполнять простые задания, устанавливать новые приложения, играть в игры, оставлять отзывы и так далее. Также вы можете рекомендовать это приложение своим друзьям и получать 10% от их заработка. Прибыль можно использовать для пополнения счета телефона или перевести на один из удобных для вас электронных кошельков. Ссылка для регистрации в приложении и для получения денежного бонуса будет в описании под этим роликом. Opera VPN. Чем больше веб-сайтов блокируют политики, тем выше спрос на VPN-сервисы, открывающие доступ к запрещенным ресурсам сети. Приложение Opera VPN оказалось как нельзя кстати на фоне участившихся запретов. Оно позволяет заходить на любые сайты в обход блокировок правительства. Причем Opera VPN не требует оплаты и не ограничивает пользователей в трафике. Reversa – переводной словарь. Сервис Reversa не просто переводит слова, а отображает парные примеры их употребления в контексте на двух языках. Благодаря такому подходу вы сможете точнее определять смысл разных словосочетаний. На текущий момент Reversa поддерживает около 10 языков, включая английский, немецкий, французский, испанский и русский. Маскарад. Еще одно популярное приложение на основе дополненной реальности – Маскарад, добравшееся до Android в начале 2016 года. Миллионы пользователей веселят с его помощью друзей, отправляя им необычные селфи. Благодаря специальному фильтру программа умеет накладывать забавные маски на лицо во время фото- или видеосъемки и позволяет отправлять эти результаты друзьям. ColorNote. ColorNote – это очень полезная программа блокнот для тех, кто часто страдает забывчивостью, которая позволяет создавать огромное количество отдельных заметок и напоминаний, а также формировать по категориям и выделять разным цветом, чтобы не забыть, где что находится. Чтобы что-то быстро записать, достаточно сделать всего несколько касаний, и вся необходимая информация будет у вас всегда под рукой. TeamViewer Quick Support.
Бывают моменты, когда вам звонит родственник или друг, которые просят совета по решению возникших со смартфоном проблем. Хуже проблемы бывает только их неспособность описать ее, из-за чего приходится встречаться лично. Это приложение от TeamViewer поможет вам. Нужно просто запустить эту программу и дать второму пользователю код, после чего ему будет дан доступ к экрану. Таким образом, можно будет видеть всю картину проблемы и делать скриншоты, что помогает разобраться в ситуации. Adobe Photoshop Fix. Вышедшее год назад на iOS приложение Photoshop Fix наконец добралось и до Android. Это редактор, заточенный под обработку портретов, который удачно совмещает функциональность и простоту. С его помощью вы можете быстро подкорректировать лицо на фотографии, изменив его цвет и формы. А синхронизация с облаком сделает отредактированные файлы доступными для настольной версии Photoshop. На этом все, друзья. А какие программы для Android нравятся больше всего вам? Напишите в комментариях под этим роликом. А также ставьте большие пальчики вверх, подписывайтесь на наш канал и до встречи в новых выпусках.